Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический, диаконский, монашеский чин, настоятели, братья и прихожане святого храма сего, благотворители, благоукрасители, жертвователи святого храма сего, труждающихся, поющих во святом храме сем, вас и всех православных христиан. Да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.